День Святого Валентина закончился, а любовь нет. Трогательные признания мы запечатлели вчера в одном из торговых центров столицы. Ко дню всех влюбленных здесь состоялась поздравительная акция. И работала камера нашей телерадиокомпании. Всем привет! Мама, папа, Саша, это мой брат. Если вы меня слышите, я хочу вам признаться в любви. Услышат и увидят все признания и поздравления обязательно дойдут до своих адресатов. Теплые слова, сказанные от всей души, прозвучат с экранов телевизоров по всей России. Полную версию всех телепризнаний покажем в эфире национального телевидения Чувашии, начиная с этой субботы, 17 февраля. Чебоксарцы, любите, дружите, будьте дружными, как мы, как с дочкой.